уважаемые зрители, день добрый. С вами Владимир Жуков и канал «Мир своими глазами». Мы находимся в ДКШ, это Дворец культуры шахтеров в городе Воркуте. Сегодня будет здесь выставка коллекционера. Есть у нас коллекционер в Воркуте. Он коллекционирует, ну то есть она коллекционирует наперстки. Так что меня пригласили сюда, и мы будем посмотреть, снимать, ну и любоваться этим искусством. Да, это правда искусство. Ну, посмотрите. Гармонист. Не знаю, как его зовут, конечно, но думаю, нормальный парень. Пока сама хозяйка не пришла выставки, мы посмотрим здесь. Коллектив. Девочка, чем заниматься будете? Мы сейчас будем открывать выставку. А пирожное будет, мороженое? Нет? Нет? Это уже следующая выставка. Ёлки-палки. Дожить бы. Хорошо, спасибо. Вообще ожидалось, что вы выйдете сразу. Так как черепашечка. Вот такой вот диплом. Наш центронациональный. Ура! Наша брошюрочка о Центре национальной культуры, где вы тоже для себя откроете много-много интересного. И такая вот вещь, которая есть не у всех, она есть только у сотрудников центра и у самых-самых близких друзей центра. Это наш такой фирменный значочек. Ой, здорово. Это эксклюзивная такая вещь. Вот. Но на этом сюрпризы не заканчиваются у нас, потому что... Спасибо. Ну что? Я хочу поблагодарить, конечно же, центр, директора центра Андрея Николаевича за то, что у меня появилась такая возможность пока устроить здесь выставку. Она мечта писала об этом выставке. Поблагодарить девочек, Ольгу и Ксению, что нашли меня на просторах интернета, предложили устроить эту выставку. Я, конечно, давно мечтала об этой выставке. Моя мечта осуществилась. Я надеюсь, что вас впечатлит эта выставка. Кого-то, может быть, даже вдохновит на коллекционирование. Я буду очень рада, если в нашем городе появится еще один коллекционер напёрстков. Потому что общения хочется, живого общения, не только по соцсетям. Ну и, конечно же, хочу поблагодарить друзей, которые принимали активное участие в пополнении моей коллекции, привозили мне наперстки с разных городов мира, со всей страны, скажем так, и с других стран тоже. Желаю вам приятного просмотра и получить удовольствие. Спасибо. Спасибо. Из всех стран, смотрите, Абхазия, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Армения, с Молдавии, Беларусь. Чебоксары. Индивидуальные мастера исполняли. Ну, конечно, это вид искусства, кстати, вроде домашняя вещь наперсток, да? А? Как ни крути, это вид искусства. О, здесь все шикарное. Здорово. Даже мини-швейная машина. Мини-швейная машина, часы. Это вообще обалденно. Здорово.
Ну, это еще не все, ребята. С Японии, Голландия, Ирландия, Германия, Португалия, Австралия, Чили, Латвия. Обалденно. Ну что, красавица? Ишь ты, ангелочек. Ангелочек, да. Софика, ну объясни-ка мне еще вот здесь. Что? Что-то я запутался. Объясни-ка себе. Ты маме помогаешь собирать? Да? Я вот этим еще игралась. Вот этими? Да. Аккуратно. Ну да, желательно не ломать. Да? Это было, когда еще мы собрали наперстки, и мама, я сюда не приходила. Вон она как. Ты сама начинаешь шить? Да? Нет еще? У меня есть набор, ну, такой втыкаешь, а потом вытаскиваешь палочку, потом опять и вытаскиваешь. Ну, детский набор, да? Да. Хорошо. Представляете, какое количество, да? Обалдеть вообще. Коллекция шикарная. Хорошо, что они маленькие, есть где хранить. Да. Дома бы вот это. С колокол, да? Где это отсюда дома вот поставим? Согласен. Очень большая коллекция у Надежды. Очень большая. Просто обалдеть. Даже на пёсок поброжил. Ну, серия домиков. Ну вот эти эксклюзивные, смотрите, года какие. 1900, 1910, 1923 год, 1927 год, 28, 42 год, 47 год. И серии «Дамы эпохи». Нет печенья от суеты, оно для сердца прикосновение и лечение для души. А может быть, душа человека обитает в его руках? Ведь все, что мы делаем с миром, мы делаем своими руками. Это как зеркало нашей души. Для вас поет Екатерина Константинова.
Сей ночная смутная, древний потолок, поведу я к утраму, древнему стеклу, словно небо светлое, длинной высоты, загляжусь я в зеркало. Рядом мы стоим, взгляд мой на сон.